Здравствуйте, меня зовут Стругалевич Александра, мне 19 лет, я учусь на втором курсе в мастерской Александра Львовича Федорова в АВГИКе. Я закончила музыкальную школу, по классу балалайка. Также я умею играть на гитаре, на пианино. Я пишу песни свои, очень-очень много песен, и пишу стихи. Очень сильно это люблю. И безумно сильно хочу сниматься в кино. Я готова к любым предложениям, к любым идеям. Я характерная актриса. Я могу играть бабок, могу играть дедов, могу играть детей. Кого угодно, где угодно, сколько угодно. Я готова на все. До свидания.